Сегодня концерт Millennium Stage. Это бесплатный концерт в Кеннеди Центр. Не в коридоре, как обычно, а какой-то день молодежи, что ли, а в огромном зале. Вот. И все подростки. Музыкальная школа города Вашингтон. Это как на таких же концертах мои внуки Егор, Гриша и Тимочка выступали. Музыкальная школа Шапорина на самотеке.